Микс детской обуви, LPP, Receiver, Crop, House, Mojito и прочие бренды. 5,2 килограмма. Сток. 35 размер. Хорошая обувь. Ресирует. Размер 34. Прошитые, судя по всему. Так, размер 35. На замке. Замки все работают, дефектов нет. Размер 28. Сапоги. На замках. Замки работают, дефектов также нет. Так, очень легкие сапоги, наверное, как, уги. Размер 31, даже без дефектов. Кроссовки, кожа, прошитые носы. Можно не бояться, что порвутся. Размер 39. Так, размер 28 на липучках. Все на месте, дефектов нет. Так, тоже кожа. Немножко подошвы черные, но из-за того, что лежало, судя по всему, то есть ее несложно будет оттереть. Размер 33. Тоже на липучках и на шнурках. Все на месте. Так, размер 33. Очень качественная обувь. Приятная. Так, размер 26. На замках. Замки работают без дефектов. Новая обувь, стоп. И последние кроссовки. Прошитые. Так, это, судя... всему. Это не кожа, но очень качественная обувь, прям на ощупь, конечно, классная. Размер 34. Снова без дефектов, также на замках. Замки тоже все работают,